Сегодня мы приготовим мясные котлеты с шампиньонами и шпинатом с помощью кухонного комбайна Vitec VT1621. Для этого нам потребуется 300 грамм говядины, 1 луковица, 1 морковь, 3 штуки шампиньонов, 50 грамм шпината, 1 яйцо, 1/2 чайной ложки соли и перец черный молотый по вкусу. Для начала говядину необходимо промыть и порезать на кусочки. Шампиньоны необходимо очистить и нарезать крупными кубиками. Также необходимо нарезать морковь и лук. Листья шпината необходимо отделить от стеблей, тщательно промыть и также крупно порезать. Собрать кухонный комбайн, используя нож-измельчитель. Все овощи и мясо сложить в чашу комбайна и измельчить на первой скорости в течение 30-40 секунд. Желток необходимо отделить от белка. Желток добавить в кухонный комбайн к готовому фаршу. Посолить, поперчить и включить импульсный режим на 20-30 секунд, чтобы все хорошо перемешалось. Белок от яйца необходимо взбить вилкой. Влажными руками сформировать котлеты и обмакнуть их в белке с двух сторон. Запекаться котлеты будут в микроволновой печи Vitec VT1654. Для этого посуду для микроволновой печи мы смазываем оливковым маслом и выкладываем в нее сформированные котлеты. Посуду необходимо установить в микроволновую печь и включить режим А10, выбрать вес 300 грамм. Время приготовления составит 15 минут. Затем включить режим гриль на 15 минут. Когда режим окончится, котлеты готовы. Приятного аппетита! Vitec. Здоровый взгляд на технику.